Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я родилась в городе Курске и закончила в 2007 году Курский музыкальный колледж имени Георгия Васильевича Свиридова. По специальности преподаватель теоретических дисциплин. Я очень люблю детей и не остановилась на данной специальности, а решила расширить круг своих знаний, умений и навыков, полученных в колледже, поступив в Курский государственный университет на дефектологический факультет. Люблю свое я дело от души, и нету для работы лучше места, где мне даны одни лишь малыши, а с ними трудно, хоть и интересно. Мы молоды, такая вот пора, учить детишек в школе с вдохновением и понимать, что наша жизнь – игра. Игра, но с музыкальной точки зрения. Игра с детьми, чтоб музыку им дать. Игра с детьми, чтоб их готовить к школе. Чтоб научились здесь лишь понимать, что места нет для них прекрасней боли. Я так люблю профессию свою, тот мир детишек, что со мной дружен, и я не только им преподаю, пошла на институтскую скамью, чтоб стать и дефектологом к тому же. Быть дефектологом – удел мой нов, труднее нет, наверное, науки, чтоб понимали красоту и слов, чтоб понимали красоту и звуков. Я теоретик после всей учебы, и мне преподавать даны права. Но практика мне здесь дана особо, теория без практики мертва. Учить детишек – это благодать, учить детишек труд, он не напрасный. Здесь музыка им как родная мать, и в школе нашей всем дано им знать, как Эдвард Грик учил нас понимать, что мир вокруг и музыка прекрасны. И потому в работе нет покоя, нет никаких для творчества помех. И я великой тайны не открою, но имя мне дано судьбой такое, что я надеюсь только на успех. Давайте, ребята, поздороваемся, встанем в кружочек. Ну-ка, все встали в круг, за руки все взялись вдруг. Будем рядом стоять, ручками качать. Начинаем заниматься, будем весь урок. А веселый каблучок цок-парпок, цок-цок-цок. Прыгай, прыгай, веселей, прыгай, ночь. Цок по полу, цок-цок-цок. Гляньте, пальчики у нас тоже все пустились в пляс. И идет, идет дюжку наш веселый хоровод. Молодцы, здорово. Ребята, давайте посмотрим у нас, как выглянуло ясное солнышко. Давайте покажем солнышко, когда оно спит. Давайте мы все присядем и тоже вместе с солнышком спим, спим. Да, как солнышко молодец. Утром солнышко встает, тихо по небу идет, солнце садик встает, и за город спать избавь, душу с родными пасть. Сердце зальется зеленый, на ночи зеленый сон, за богими рядом. Какие молодцы! Комары у нас кружатся и жужжат. Молодцы. И как мы с вами в ладоши хлопаем, мы говорим хлоп, 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 хлоп. Молодцы. Давайте споем песенку под музыку и покажем, как у нас те животные разговаривают, кружатся, бегают, рычат. Давайте. Готовы? С лягушек начнем. Лягушата прыгать любят, ква-ква-ква, они кричат. Ква-ква-ква. Кричим!
Кукла смотрит все. Кукла с кубиком идет, желтый кубик нам несет. Уронила кубик. Ой, молодцы! Принеси теперь друг. Хорошо, а теперь мы с вами отправимся в путешествие на лошадке. Когда едем на лошадке, как мы с вами будем говорить? Можно кубики забрать? Как мы говорим? Но. Хорошо. Готовы? Вот у нас лошадка, мы на нее все смотрим и едем на лошадке все вместе в дальнее путешествие. Не забываем петь песню. Но. Едем на лошадке, но. Ехали-приехали. Дальше к нам с вами в гости прискакала кто? Лягушка. Лягушка, правильно, лягушка. Как мы с вами сегодня вспоминали, она нам говорит? Ква. Ква, ква, ква. Давайте споем песенку, и наши ручки побудут тоже как лягушки. Поем песенку и прыгаем по коленочкам, как лягушки. Как это будет выглядеть? Алис, давай садись ко мне на коленочки, чтобы тебе удобно. Прыгаем, как лягушки по дорожкам. Прыг, прыг, будем петь сейчас песню. А когда говорим «Как лягушка по дорожке, скачет, вытянувшись ножки, квак-квак, просы, квак-квак, квак-квак, квак-квак». Ускакала. И теперь мы с вами поедем на машине. Раздаю я вам рули, как у настоящих шоферов. И когда мы будем сигналить с вами сигнал, как мы будем с вами говорить? Би-би-би. Совершенно верно. Ставим сейчас песенку и ладошкой бьем по бубну. Готовы? Сидит шофером рядом. Все взялись вдруг, будем рядом с тобой.